Отцветает дикий котик, азиат, который цвел с апреля месяца. Его собрат голландец расцвел в июне. Держит все цветочки. И здесь даже собирается доращивать. Азиатского котика я получала ровно год назад, осенью, в размере 2,5. И получается, буквально через полгода, в апреле, он уже процвел. Сейчас срежу цветонос и отправлю его на заслуженный отдых.